Всем привет! Продолжаем рассматривать картины художников Тюбун Сай или Хасода Эйси. Мастер укиё, основатель школы Хасода, специализирующийся в жанре бидзинга. Бидзинга – это изображение красавиц. Основным предметом изображения этого жанра являлись прекрасные женщины. Чаще всего на гравюрах можно было увидеть обитательниц веселых кварталов Исивара, гейш, куртизанок и просто известных прекрасных женщин. Информация. Развивал декоративное направление в гравюре. Работы этой школы отличались разнообразием сюжетов и мотивов и изысканное оформление. Настоящее имя художника Хасода – Токитоми. Он происходил из клана Фудзивара. Эйси был современником и учеником Китагава Утамора и Тои Киёнга. Жил и работал в Эдо, это Токио. Дед художника был министром финансов правительства Сигуната. Когда умер отец, Токитоми, должна была перейти ему от отца по наследству. Однако Токитоми отказался от нее из-за увлечения искусством. С 1781 года Хасога Токитоми занимал должность во дворце Сигуна. Токугава Иехару был придворным художником. Позже он стал работать в жанре укиё. Эйси оставался неофициально на службе у Сигуна до 1789 года, после чего передал должность приемному сыну Токитоми, тем самым отказавшись от своего самурайского звания. Он сделал это из-за плохого состояния здоровья, которое, по его мнению, не позволяло качественно исполнять обязанности. Первыми работами Эйси были цветные иллюстрации для литературных произведений и театральной гравюры. Красавицы, изображенные Эйси, обладали статностью и изяществом. При этом они выглядели словно куклы, представляя самурайский идеал женской слабости и покорности. Эйси создал ряд женских образов. Это были не только куртизанки из зеленых кварталов Йосивара, но и героини мифологии и литературы. Под влиянием работ Китагава Утамора и Тори Киёнаги он занялся портретами красавиц. В 1630-1801 годах Эйси работал над иллюстрациями к роману Ганзи Моногатари про Саки Сикибу. Умер 1 августа 1829 года, был похоронен в храме Рёнзи. Надо сказать, что он использовал имена Минадзё и Ясабура. Вот так вкратце, конечно, произношение, наверное, у меня не совсем японское, о Тюбунсай Хасода Эйси, мастере укиё, основателе школы Хасода, который специализировался в жанре бидзинга, развивал декоративное направление в гравюре. Пока-пока, до свидания. Данные из Википедии.